Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я буду заниматься реставрацией стойки стабилизатора с автомобиля Volkswagen Tiguan. Вот этой частью. Заказчик сказал, сделаешь – сделаешь, не сделаешь – выкинь. Попытка не пытка, буду делать. Постараюсь. Снимаю пыльник. Что тут видно? Что крышка завальцована. Эту вальцовку надо срезать. Зажимаю в проточке в кулачках деталь. Проточки у меня 7 мм длиной. Ну и подлезть туда можно будет только расточным резцом. Проще всего. Обратным. Но я это сделаю фрезой на 14 пальчиковой. Лепесток фрезы, который будет обрабатывать, смотрит вниз, то работать нужно будет на реверсе. Срезаем все ненужное. Все. Вот крышка снялась. Теперь выбить палец вместе с втулкой. Ну, бронзой зря я начал колотить. Чуть-чуть не испортил. Резьбу испортить, ладно, полдела, но там еще звездочка под ключ. Надо сделать алюминиевую колотушку. Недавно видел обалденный молоток, или скорее полукувалду, которую сделал Алим с канала Ars Pro. Вот и все составляющие. Крышка, втулка, палец, ну и сам корпус. Ничего лишнего. Это хорошо. Никаких пружинок и прочее. Нужно сделать втулку. Делать буду с капролона. Втулка имеет шляпку длиной 1 мм, диаметром 25 мм. Корпус втулки 23 мм. Наименьшее внутреннее отверстие 14 мм. На выходе 19 в минусе. 18, ну, минус такой 2-3 десятки. Пластмасса, там измерить разные показания. Так, делаю с капролона.
Я думаю, что эта работа несложная, если заранее, даже не заранее, а вот я уже сделал, то есть инструмент я подготовил. И если нужно будет, можно это поставить на поток. Но я этого делать не буду. Одну сделал, хватит. Здесь спортивный интерес. Эта фигня стоит 1000 рублей в магазине. Сделал вот такой резец с радиусом, как у этого наконечника. Им и буду работать. Протачиваю на длину 15 миллиметров. Ну и на выходе напомню, чтобы было 18,7. Я так делаю. После этого завожу резец и врезаюсь в стенку на миллиметр, и еще там я 15 сотых добавил. В общем, 0,1 я оставил на натяг. Теперь нужно сделать разрезы. Я перевернул резец высотой 25 мм, положил на него ножовочное полотно, закрепил, предварительно положив пластинку между полотном и болтами, чтобы не раздавить полотно, одел ограничивающую втулку, ограничитель такой, заранее подготовил я эту втулку, и пропилил две стороны. Повернул патрон на 120 градусов, повторил операцию и еще раз. Давайте я сделаю белый фон, чтобы вам было виднее. Вот и все. Ну, втулка это еще раз пригодится. Я ее одел и внутри резцом уберу все заусенцы, чтобы лепестки не расходились. Втулка их придержит. Ну вот и готово. Отрезаю.
Приступаю к сборке. Проверить, сядет ли шляпка в посадочное место. Вот, палец, видите, туда не проскакивает. Значит, и оттуда не выскочит. Даже больше, я им сейчас выбью эту втулку. То есть применю некое усилие. Заодно испытаю, не проскочит ли он туда. Собираем. Немножко запутался с этой гайкой. Получилось с первого раза. Сидит довольно плотно. Так плотно, что пока я его там шевелил, я его даже отполировал об эту пластмассу. Теперь запрессовать крышку. И я думаю сделать в трех местах сварку. Этого должно быть достаточно. Если хозяину покажется, что это слабо, он может повторить операцию, еще в трех местах сделать сварку. Сразу в шести местах я не стал делать, потому что, чтобы не нагревать детали и не поплавить капролон, если его можно поплавить. И даже держал я газовым ключом, ну, думая, что так тепло будет распространяться и на ключ. Хотя сварщик меня успокоил, сказал, что ничего не сожгем. Водой не охлаждал, дабы не делать сварку хрупкой. Видите, я даже отполировал шар. Так, резинку пусть хозяин одевает, у меня терпения не хватило. Ну вот, в принципе-то и все. Чтобы не потерять, хотел одеть, потом передумал. Вот сварщик. Сварщик у нас хороший, сделал он все аккуратно. Почти как точечная сварка. Палец сидит плотно. Смазки там нет. Можно с этой стороны, если что, помазать, чтобы туда не попадала влага. На этом у меня все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. До свидания, всем удачи!